Дать бумаге вторую жизнь глава округа Эльмира Хаймурзина в рамках рабочей поездки на производство КНАУФ встретилась с управляющим группы КНАУФ Восточной Европы и СНГ Янисом Краулисом. Предприниматель выступил с предложением организовать на территории муниципалитета сбор макулатуры. Я думаю, что раз это востребовано, и предприятие само готово и поставить специальные контейнеры, и обслуживать их потом, то мне кажется, что это как раз может стать примером, когда может получиться продуктивное взаимодействие, полезное для всех, для нас. И для нас, как для потребителей, потому что все-таки у нас бумажные отходы в каждом домохозяйстве есть. Так упаковки, картонные коробки, бумага, в которой что-то заворачивалось, старые журналы и газеты. И мне кажется, что это очень хорошая идея. Мы попробуем ее реализовать в качестве пилота на территории Красногорского городского округа. Для городского округа полезно, а для производства выгодно. Предприятие КНАУ в Ленинградской области занимается изготовлением картона, в том числе и для собственных нужд компании, и нуждается во вторсырье.